18 марта в Калачинске прошла большая патриотическая акция в честь завершения лыжного пробега «Марш-бросок», посвященного 80-летию формирования 30-й отдельной лыжно-стрелковой бригады и 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Торжественное событие началось с возложения цветов к памятнику воинам-сибирякам, героически сражавшимся на территории Брянской области. В ней приняли участие представители региональной и муниципальной власти, ветераны боевых действий, юноармейцы, жители Калачинска. Сначала мы проводили лыжные соревнования, посвященные формированию лыжной бригады здесь. Теперь мы марш-броски уже проводим, теперь уже третий год, это становится замечательной традицией. Поэтому, конечно, энергетика замечательная, связанная именно с военно-патриотическим воспитанием детей. Тему подвига и патриотизма продолжил юноармейский квест. Более 50 школьников из Омска и районов области, разбившись на команды, отвечали на вопросы по истории и краеведению. Я узнала очень много полезной информации. Бойцы были очень мужественными, они пошли на большой подвиг. И именно вот это вот мероприятие, в котором мы сейчас участвуем, оно развивает патриотизм и помогает хранить память нашему поколению. Затем состоялся концерт «Эхо сибирского подвига», в рамках которого прошло торжественное вручение благодарственных писем регионального министерства спорта педагогам и специалистам по работе с молодежью Калачинского района за успехи в патриотическом воспитании. Сегодня особенно приятно еще один важный факт, что в этом зале присутствует наша молодежь, которая не безразлична история нашей страны, которая формируется сегодня на ее глазах. Ну и, конечно же, нельзя забывать тот великий подвиг, который был совершен. Кульминация финальной части лыжного марш-броска стала возможность проникнуться атмосферой и духом времен Великой Отечественной войны. На площади перед Центром культурного развития имени Федора Мазуренко была развернута экспозиция военной техники и снаряжения. Затем более 1000 калачинцев и гостей события увидели военно-историческую реконструкцию боя 30-й лыжной бригады за деревню Погребки Брянской области в марте 1943 года. Я считаю, что это очень показательно для нашего будущего поколения. Еще учась в третьей школе, нам с первого класса рассказывали про подвиги нашей 30-й лыжной бригады. Горжусь своими дедами, прадедами. Надеюсь, что всегда будет за нами победа. По окончании реконструкции волонтеры и лыжники развернули на площади огромную копию знамени победы.